Представители малочисленного народа Сибири, чулымцы, погрузят нашу студию в мир этнической музыки. Группа «Атукен» с песней «Халагас». Я буквально сейчас погрузился в иное состояние сознания. Я не постесняюсь этого слова. Прям это было хорошо. Группа «Атукен» с необычной композицией «Халагас». Солисты Алена Батындаева, Алина Михаил Атукен и руководитель группы к нам тоже сейчас присоединится. Проходите поближе к группе сюда, Андрей, к своим ребятам. Андрей Медонес. Доброе утро. Рад вас видеть и спасибо вам за необычную композицию. А на каком языке эта песня непосредственно и как переводится слово «Халагас»? Вообще-то хакасский язык. Холагас у нас мы перевод не говорим, потому что у нас в интернете объявлен конкурс на перевод холагаса. То есть да, люди там отвечают, мы... уже это вот такая партия. Да, еще никто правильно не сказал. Даже сами хакасы, чулымцы не могут правильно ответить. Хотя вот это их это интрига. Язык, да. Слушайте, ну, одно слово разобрали, вы нам потом на ушко скажете, мы обещаем не писать группу. Мы никому не расскажем, честное слово. Просто так заинтриговали, что невозможно. Да, это в Ютубе там. Судя по всему, разыгрывается что-то очень ценное, поэтому держится в строжайшем секрете. Ну а вообще, о чем преимущественно ваше творчество, о чем песни и откуда они? То есть это народное творчество, либо самосочиненное и авторское? Есть и народные, есть и самосочиненные, то, что вот мы сами вот что, ну, что видим, то и поем, это да. Самосочиненное. Да, это конкретно вот причем именно мы сами придумали. Причем на хакасском сочинили мы, вот я и Миша, то есть русские ребята на вот хакасском мы что. Сочинили, да. Но если песня. Уйти от перевода, можно просто хотя бы направить нас, о чем эта песня, ну не о знаю, природе. О любви или о природе. О природе, да, о природе, о здоровом образе жизни, о сочетании человека с природой, вот об этом. Выйду ночью в поле с конем, вскачу, да, пущу и догоню потом. Вот так, там мораль примерно следующая. Лечись у природы, у нее большая сила, она поставит тебя на ноги лучше, чем любой шаман. Вон оно что. Да. А как будет по-чулымски, по-хакасски пожелание доброго утра? Ну, чтобы послушать язык уже без музыки, вот в его таком чистом варианте. Будет челах айкину. Изеннер арлыгал челах айкину. Ух ты, челах арлыгал. Кинули.
У тебя почти получилось, только мы потом за кадром спросим, что за фраза у нее получилась на самом деле в переводе на русский язык. Инструменты. Вот это вот все вот это вот барабан вот этот вот огромный. Что это? Как называется? Это именно национальный инструмент, изготовленный, в общем-то, нашим мастером таежным. То есть это не надо путать это с японскими барабанами. Барабан это сделан... Рука белого человека к нему не прикасалась, это рука чулымца. Это дерево и кожа. Это кожа морала. Вон она что. Дикого, понятное дело. Хорошо, а что вот у вас в руках? Это, ну вот, струнный инструмент, но я обратила внимание, открой, всего две струны. Это хакасский народный инструмент хомас. Хомас. Да. У него две струны и очень длинный гриф, поэтому звучит, откликается. Это... Очень... Можете, да, вот еще раз пару звуков там извлечь из него как раз таки. Прям хорошенько. От высоких довольно-таки до очень низких, которые звучали в композиции. Более высокие, здесь более низкие. Дырочку там покажи. Ну и тогда и вашего инструмента коснемся. Что это такое за, ну не знаю. Ну это рога и копыта. Да, в смысле, настоящие рога? Да, настоящие рога, да, и настоящие копыта. Вот прям видно, что это рога. А можете? Подождите, вы говорите, у вас искусственных нет. Я прошу обратить внимание, там череп под барабаном, он что, тоже настоящий? История умалчивает, это будет такая же интрига, как и... Маракас такой, да, самодельный. Маракас такие делают. Это народная традиция. У них вот рога косули или, значит, морала обрезаются. Вот так вот копыта варятся. О, боже, самого... не рассказывайте. Ладно, ты успокойся. Можно? Это органика. Можно? Что ты за человек такой? Колбасу когда-нибудь пробовала? Вот это из этого. Прикольная штука. И все-таки вы не удовлетворили моего любопытства по поводу черепа, который у нас под барабаном расположен. Он... Чей-то? Будем считать, что это не стали, да, брать настоящий, взяли бутафорию. Чтобы, так сказать, не пугать. Да, мало ли чего. Конечно. Ну, вообще, Михаил, Атукен ваш творческий псевдоним или это все-таки настоящая фамилия? Мы вот вас представили все-таки под этим... Ну, это все-таки псевдоним, надо сказать, да. Просто возможно, вы упомянули когда-нибудь... о том, что вы все-таки два русских человека переводите на хакасски, а фамилия вот такая необычная. То есть это все-таки такой творческий псевдоним и название группы, коллектива. Ну, так, как-то решили, что плодить сущности без надобности не надо. Подожди, у меня такой вопрос. Так как все это направление довольно специфичное, и слушатель, соответственно, у этого направления должен быть какой-то свой, особый, вы какие-то концерты устраиваете? Ну... И кто эти люди, которые приходят на ваши концерты? Ну, вот... Во-первых, это любители этнической музыки, как вот в акустике. Есть у нас электронная программа, мы и современщину делаем. Вот эта песенка, например, да, она сделана в электронике. Мы ее сделали в акустике специально вот для того, чтобы выступить у вас. Это так круто. Вообще-то я бы хотел посмотреть вживую. В среднем, как это ни странно, в неделю минимум 2 концерта. 2-3 концерта в неделю мы даем. Это не странно, концерта. Вы замечательно играете и поете. Мы бы хотели попросить вас еще что-то такое исполнить. Аутентичное. Вернем инструмент девушке и просим. Давайте, да. Thank you.
Спасибо огромное. О чем была эта песня? Эта песня была про ночь в лесу. Как бы хакасы, они восхищаются ночными пейзажами, и они много песен посвящают. Я почему-то так и подумала, что это что-то колыбельное, такое немножко усыпляющее, лирическое. Ну, не знаю, как вам, лично мне было бы приятно просыпаться под такую музыку. Вот я бы на будильник бы себе даже поставил. Это вот долго бы одна из тех музыкальных композиций, которую не жаль послушать, вот чтобы ты ее слушаешь, тебе нравится, и ты просыпаешься под эту музыку. Почему бы нет? Ну что же, еще раз представлю наших гостей. Группа Атукен с песнями. Замечательно была у нас в гостях. Большое спасибо. Будем рады видеть вас вновь с новыми композициями.